Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад Таро прогноз на декабрь месяц, знак зодиака Близнецы. Так, посмотрим основные моменты месяца. Так, Близнецы. Общая характеристика месяца. Работа. Финансы. Личная жизнь. На что нужно обратить особое внимание, что уходит, что приходит, и совет вам. Метафорические карты возьмем на общую характеристику и на совет. Ну и Таро. Общая характеристика, работа, финансы, личная жизнь. На что нужно обратить особое внимание, что уходит, что приходит. И совет для вас. Общая характеристика. Свобода. В этом месяце, в декабре, вы будете ощущать некую свободу. Судьбоносный месяц для вас. Вы будете в то же время себя ощущать каким-то отстраненным, что ли, от других. Вы уйдете как бы на подумать. Будете немного, у вас будет такое ощущение, что вас не понимают. Будете чувствовать какую-то пустоту, неизведанность. Но вы немного отстранитесь для того, чтобы понять, куда вы идете, что вам нужно, куда вы стремитесь, что вы хотите получить. То есть полностью будете в этом месяце себя анализировать, чтобы уже, как говорится, в Новый год войти уже с четким планом действий, куда и что вам нужно делать. Работа. Ну, на работе у вас, то есть вы не пешком ходите на работу, приезжаете, уезжаете. Споры, разногласия на работе с какой-то женщиной, возможно, начальницей, либо с коллегой. Но на работе у вас все стабильно. То есть то, что у вас какие-то споры, разногласия, это идут, как обычно, рабочие моменты. То есть ничего такого, как бы сверхъестественного, такого, что то, чего раньше не было, не произойдет. Вот. Но эта женщина достаточно властная на работе. Либо она имеет, если это не начальница, а просто коллега, либо она имеет какой-то рычаг, какое-то давление на вас, либо на начальство. Вы с ней будете спорить, считая себя правым. Так как-то. Финансы. В финансах у вас выпал пес, который воет на Луну. То есть деньги-то у вас есть, но их недостаточно. Недостаточно, чтобы обеспечивать семью в том размере, в том объеме, в котором вы сами хотите. Потому что у вас мечты и фантазии, конечно, больше того,
тех финансов, тех средств, которые у вас есть. Не сказать, что финансы к вам у вас не будут в декабре. Нет, они будут. Но они будут нет, не в меньшем, а в том объеме, в котором были. Давайте еще про финансы. Да, умеренность. То есть не будет никакого повышения, не будет никакой премии, ничего не будет такого. Будет так же, как и было. Личная жизнь. Личная жизнь, либо это вы, если женщина смотрит. В вашей жизни есть наслаждение, удовольствие, страсть, интимная близость, сексуальные отношения. Также у вас идут по миру, возможно, вы с кем-то по миру общаетесь, переписываетесь по телефону, интернету. Если мужчина, то в вашей жизни присутствует женщина, которую вы очень желаете, и у вас либо будет, либо уже есть интимная близость с ней, которая вам придает огромное наслаждение и удовольствие. На что нужно обратить особое внимание? Сюда карту не доложила. Нужно обратить особое внимание на свои планы, перспективы. Вы нечетко их видите. Чтобы у вас получилось все так, как вы задумали, вам нужно их, свои планы так построить, то есть не уходить в фантазии. Ну, к примеру, чтобы вы поняли, что я хочу сказать, к примеру, вы хотите купить квартиру, к примеру, квартира стоит там 10 миллионов. А у вас зарплата всего идет 30 тысяч. То есть, чтобы купить квартиру, вам нужно, к примеру, пойти взять ипотеку. Но на зарплату в 30 тысяч квартиру за 10 миллионов вам банк не даст ипотеку, потому что вам не хватает дохода. Так вот, свои планы нужно строить в зависимости от своих доходов, от своих возможностей. Вот, об этом просто вас предупреждают и говорят вам, обратите особое внимание. То, что у вас на некоторые вещи вы ограничены, вы закрыты глаза и руки. То есть нужно свои потребности как бы делать, исходя из своих возможностей. Что уходит от вас? Уходит некоторое подчинение кому-то, чему-то. Скорее всего, возможно, это связано с работой. Уходит вот какая-то ревность сильная. И перемены от вас уходят. Были у вас в ближайшем прошлом, либо вот сейчас были перемены. Так вот, в декабре это все уже уйдет и как бы начнет стабилизироваться. Что приходит? Ну вот, бездетность это для очень маленькой аудитории, возможно, для женщин есть такой, как бы, как такая проблема. Но это для маленького. В основном это говорит о том, что вы, опять же, это связано вот с вот этими планами, которые невозможно реализовать. То есть вы думаете, мечтаете о том, что пока сейчас не сделать. То есть начните думать и строить планы так, чтобы это вы могли купить. То есть на зарплату, ну тут же пример с этой зарплатой возьмем, чтобы понятнее было. Что можно сделать на зарплату 30 тысяч? Вы можете себе купить, к примеру, сразу, без кредитов, без займов, вы можете взять и купить, допустим, к примеру, телефон на 15 тысяч, за 15 тысяч. То есть вот это вот реальный план. То есть его вы можете себе позволить. То есть
выше 15 000 вы уже не можете, вы понимаете, что вам еще платить там за жилье, там, если есть дети, там, может, за садик, за школу, неважно. То есть у вас есть еще какие-то растраты еще и на продукты, и вам жить надо. То есть приходит вот то, что вы пока будете заблуждаться в плане постройки своих замыслов. Начните с малого и постепенно поднимайтесь выше. Также к вам приходит некая информация, придет от женщины, даже не от одной женщины, от нескольких женщин, которую вы давно ждали. Какие-то новые идеи. Которые у вас, они не то что новые, а у вас эти идеи были уже в прошлом, но вы их не могли воплотить. Сейчас они к вам как бы возвращаются, эти идеи, и вы сможете уже с ними работать, со своими идеями. Причем, чтобы они у вас начали работать и воплотились в вашу жизнь, вам нужно будет отстраниться. Да, эмоции. А вам нужно будет отстраниться не в том смысле, что закрыться, а просто о них не говорить и постепенно, потихоньку воплощать свои идеи. Какие-то у вас были очень интересные, оригинальные идеи, возможно, с работой, с финансами, может, с дополнительной работой, с дополнительным заработком. И то есть это к вам придет, и вы начнете постепенно к ним двигаться. Вам совет. Ну вот, опять же, совет, чтобы вам хватало денег на дальнейшие ваши вот планы, на вашу семью, вам нужно вот постепенно подходить к своим планам, то есть чтобы четко распланировать свои шаги и чтобы они были реальными, невоздушными. Также советуют вам, у кого есть детки, обратить внимание на детей. Ну, просто уделяйте им побольше времени. Ну и либо вы что-то кому-то обещали, не выполнили, вам нужно это сделать обязательно. И также в плане финансов вам помогут, вам, к вам придет неожиданная помощь. Ну вот так вот сегодня нам показали карты для знака зодиака Близнецы на декабрь. Спасибо за просмотр. Всего доброго.